Девчонки, всем-всем большой привет! Сегодня покажу вам мой заказ из магазина Cherry Market и также заказ из магазина Ivrochet, который сделали для меня в подарок. Ну, как бы просто я говорила то, что мне хотелось бы, и мне это подарили знакомые. Так что всем приятного просмотра! Первое, что я заказала в магазине Cherry Market, это были два таких бальзамчика для губ. Вот такой бальзам EOS с маракуйей. Обожаю бальзамы EOS, они мне очень нравятся. Вот так вот выглядит, такого желтого цвета. Пахнет очень приятно. Ну, не сказать, что аромат маракуйи, но пахнет очень приятно. Губы увлажняют, в принципе, неплохо, но эти бальзамы имеют такой, знаете, накопительный эффект. То есть не так, что вы попользовались, и сразу что-то там шикарное, что-то там еще, но, в принципе, мне очень они понравились, и нравится. Ну что, просто пользоваться им как бы ежедневно, тогда какой-то эффект от них будет. А если не ежедневно, то, ну, как бы ничего от него ожидать и не стоит. И вот такой вот бальзамчик. Это Lip Therapy вазелин с ароматом розы. Что-то вообще плохо видно. В общем, вот такой вот он. Так, не знаю, открою его я или нет. Получится ли у меня. Вот. Вот так вот он там уже выглядит. Такой вот он розовенький. Я еще им не пользовалась. Но когда я, возможно, сниму видео о моих бальзамах для губ, то там я расскажу уже мое мнение о нем. И следующее то, что было, это заказ от Ivrochet. Первое, что для меня заказали, это вот такое вот средство. Что-то там ровный загар какой-то. Я не знаю, что это вообще, как бы для чего, но я такими никогда не пользовалась. Но потом, думаю, как бы пойму. Вот такое вот. Такое средство. И далее покажу то, что я очень сильно хотела. Это уже водички. Значит, это вот такая вот водичка от Ivrochet. Это мандарин и лимон. Аромат безумно приятный. Кстати, такой вообще цитрусовый, прям суперский. Я уже попользовалась один раз. Очень довольна. Очень мне он понравился. Далее вот такая вот водичка. Это тут что-то лаванда и что-то еще. Лаванда. Какой-то петтигрен и флэр д'оранж. В общем, да, вот такая вот водичка. Аромат очень приятный, да, пахнет он лавандой. Очень такой приятный аромат, прям вообще суперский. Понравилось, я тоже один раз им пользовалась, и в принципе классный. Далее я себе, конечно же, хотела вот такую вот водичку, малина и мята от Ivrochet, но мне по случайности заказали гель для душа. Ну, как бы тоже не против, попользуюсь. Пахнет он очень даже приятно. Мне понравилось, как он пахнет. Вот. Приятный такой аромат. Прям такой маленький-маленький. Так что тоже я очень даже довольна. И в подарок от Ivrochet мне положили вот такую вот миниатюру. Пробник туши. Лимитированная какая-то коллекция. Это тушь для ресниц и бровей с блестками. Вот так вот она выглядит. Вот, я еще даже не вскрывала, так что, да, летом я так не особо пользуюсь какой-то косметикой, так что пусть пока лежит, может даже кому-то и подарю. Так, вот это был весь такой заказ, если вам видео понравилось, ставьте мне пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, и спасибо всем за просмотр, всем пока-пока.